Хей, йога, сумешники, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2, да? Мы получили новую какую-то супер пушку. Вот эту пушку, но она у нас скоро заберется, когда мы выполним то, что нам нужно с ней сделать. А нам нужно убить с нее несколько врагов. Пар и электрическая левши. Так, какая-то зона у нас. Довольно большая, если верить карте. Понятия неразделимы. Так, нам 11 нужен. Нам нужен 11. Пока выполняем побочки задания. Так, мы можем... Ух ты ж, ё-моё, сколько тут эригия. Мы с вами теперь можем улучшить себе этот пушкенцию. Лучше товаров ты нигде не найдешь. Уж об этом я позаботился. Ну как, не, ну снайперку либо рюкзак. Скорее всего буду рюкзак себе улучшать. Я до сих пор помню ее чудный вкус. Она подарила мне столько слез блаженства. Жош, я распорол ее мокрое брюхо. И она так кричала из-за меня. Мамочка страдала ради нас обоих! Ради обоих! Класс. А, они мощные. Особенно у тебя, ребята. Которым нипочем был взрыв. Походу, настолько херовая граната у нас. Я ж обойду, ты это понимаешь? Ну ладно, для снайпера это ожидать. И ожидать это... О, пуля. Так, я могу же задание, по сути, отметить здесь, оно засчитывается у меня? Или такое? Да, 22 уже есть. Внимание, идет... Солнышко, сделай из них факт. Ой, давай тогда тебя лучше в голову стрельну. Я понял. Ой, тихо, приятель. Так, пистолет. Способностями. Она сирена, зовут Лилит. Считается, что она померла в Новой Гавани, но я уверен, что она прячется в районе убежища. Если нападете на ее след, дайте знать, и я заплачу вам столько, что сможете отгрохать себе особняк из кучи маленьких особняков. Так, засчитывается, да, 23 уже. Это дело засчитывается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Турелька разберется с вами. Там турель хотя бы работает? Да, ты надоел бегать, алло, остановись. О, боже. Привет. Как ты стреляешь по бандитам из оружия с
Сейчас разберемся с этим делом. Я вернусь к тебе. Тихо. Отлично. Да, только что сообразил, что она всех вас перебьет, если я вас не предупрежу. У всех сирен есть разные охренительные способности. Вы не можете, повторяю, не можете одолеть ее в бою один на один. Увидите Лилит, связывайтесь со мной. Я завалю ее, а вы нет. Я да. Ну, типа, если не забывать, что из пресиквела он получил какую-то там охренительную способность, то, в принципе, он в какой-то степени прав. Но это тоже может быть спорным. Так, нам нужен еще один уровень, это 11 уровень у нас будет. На этих я тратить не собираюсь. Или все? А, все походу. 4000. А не, куда-то там еще ниже спуск идет. Или мне показалось? Да смотрите, не, мне ни хера не показалось. Воу-воу-воу. Тихо. Тихо. Где ласт? Вот это вот уже плохо. Ну, если что, это было на экстренный случай, если вдруг бы я... По мне бы попали. Убить Рита в ближнем бою. Блин, я походу того тоже, да, просрал. Ладно. Так, ну это с тебя. Жетон. Орган стрельбы. А что у нас получается по этому стоять? Емкость магазина. Но это емкость штурмовых винтовок, я штурмовыми не буду. Ну, короче, просто теперь юзаем, не знаю, ХП прокачивать или лучше щит. Повышать скорость перезарядки и уменьшить задержку подзарядки щита. Эффект зависит от урона, здоровья, так, чем ниже уровень. Здоровье, тем сильнее эффект. Борьба за жизнь, ваш урон при стрельбе. Ну, короче, лучше вот это прокачать. Давай, мне нужно тебя в ближнем бою убить. Так, ты здесь? Так, выходит, да, тип? Ты можешь убить!
Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, приятель. Сейчас они меня зажмут, и потом хер я откуда выберусь вообще. Я нашел старую запись, которая поможет вам с этой... Здоровяк где? Я наблюдала за сиреной Лилит еще с открытия хранилища. Похоже, она использует Это позволяет предположить, что между сиренами, Элитием и убежищем существует некая связь. Я установила еще кое-что. Во-первых, ее бесит, когда у нее вырывают прядь волос под предлогом, что они нужны для экспериментов. И второе, на вкус они как маслины. Нет, постойте, как жареные пикули. Так, инвентарь, инвентарь. Еще немного могу себе собрать вещичек. Чёртовы ассасины. Так, ну нам хотя бы здесь дают много вещей. Убить из дробовика. А у меня что по дробовикам? Ну, в принципе, есть. У нас дробовик с вами. Ладно, убьем. Попытаемся, в крайний случай. Турель готова к бою! А, лучше заберу ее. А вот теперь нужно было ее использовать. Тихо-тихо-тихо, приятель. Вау-в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 ау! Готово. Да сколько вас здесь выходит? Давай быстрей. Ни хрена себе! Шок-контент. Шок-контент. Все? Давай. Тихо-т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 ихо, я аж не выживу. Воу-воу-воу-воу, в лицо прилетело. Давай, давай, я успеваю. Совсем не трудно. Квак, 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 квак.
Как же это было жестко. Привет, привет, добыча. Поскольку вы, долбанаты, не умеете слушать, повторяю еще раз. Хватит тащить сюда фальшивых сирен. Одновременно во вселенной могут существовать только 6 сирен. И 3 из них я уже знаю. Не надо плести, что вам повезло найти одну из оставшихся 3 и подсовывать дохлых девок, на которых вы нарисовали татушки. Согласен. Сначала меня это забавляло, но на 10-й раз осточертело. Весь кабинет провонял кровью и дешевыми фломастерами, так что хорош! Кайф нам. Так, ладно, поехали продавать. Бля, я не знаю, может все-таки да, дробовик оставить. Нахер надо. Так, вот этот оставляем, это все дело продаем. Теперь заменяем тебя на тебя. И продаем у тебя. Так, готово. И вот этот дробовик нужно продать. Сюда выставляем тебя. И сейчас пойдем сдавать задание, но сначала я должен собрать все, что повыпадало. Так, хороший сундук. Мы к тебе вернемся. Ожидай. Так, поехали. Вещички, вещички. Вещей тут довольно много было. Так, пипец их тут до хера. Этих мобов. Мобов, мобов. Так, а это у нас куда путь наверх? Ну, забери пулю. Пушечку, пушечку. Что у нас снизу было? Снизу ничего. Ну все, идем тогда обратно. Оказалось. Деньги, 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 деньги. 15 тысяч у нас уже. Здравствуй. Угу. Ну, меткость немного меньше. Давайте я буду тебя теперь использовать. Но тут зависит от прицела. Ну смотри, он лучше, чем мой. Он получше будет, чем мой. И больше патронов на него. Будем его использовать. Так, хорошо, значит, здесь все на продажу. Сегодня идеальный денёк для шопинга. До свидания. Полетели. Полетели, полетели. Машина, я не помню, кажется, машина у нас не стоит, и сейчас появятся заново враги, поэтому нужно приготовиться будет. Просто бежать. Они пока думаются, пока все там повылазят, да? Не знаю, не хочу знать. Так, разместить с пулеметом. Мне нужно с ракетами телепортироваться в машину. Фу, зачем мне... Фу, я чуть с ракетами не создал. Ух, я дурачок. Так, далее. Далее, далее. У нас здесь неизвестная площадь 1, неизвестная там еще была площадь 2. Охотник на ястреба. Ну это сейчас поедем возвращаться. Давайте сначала в город вернемся, да, в главный. Но. Метка. Сначала поедем вот сюда. Чтобы понимать и осознавать, куда мы едем. Так, здесь у нас больше ничего нету. Поехали ниже. У нас еще здесь был проход.
Ну, это место жительства раков, это... Ничего, сейчас мы их всех расстреляем. Это, как говорится, сложности не создает нам. И что, тут ничего нету? Обидно. Ну ладно, зато мы здесь побывали. Так, следующая точка. Следующая точка. Но здесь закрыто, нам туда пока что не попасть. Там, где были сильные враги. Поехали теперь туда. А это у нас было где? Они приехали, что мне мстить? Да, враги полностью все поехали. Вот туда мне нужно теперь. А, ну там... В холодильник у нас там проход. Ладно, давайте пока не ходить в локации, где вообще нету ни одной миссии. Поэтому полетели отсюда. Полетели, полетели. Вернемся сейчас в Бомшвиль, да, или как там называется? Сдадим 3 задания, скорее всего, меня апнут хотя бы наполовину. Я надеюсь на это. И пойдем уже по сюжетке. И пойдем тогда по сюжетке. Здесь херово то, что мне очень долго нужно бежать в сам город. Типа мы здесь появились, да, и нужно туда лететь, бежать. И все в таком духе. Так, с пистолетиком быстрее будет. У нас с вами иридия, по идее, должно быть прилично. Поэтому мы еще зайдем, купим себе улучшение. Только я вот не знаю, что именно. Рюкзак, либо патроны для снайперки. Значит, думаю, что я остановлюсь на снайперке. Чему-то почему-то. Док. Ах, да. Я же должен был изучить воздействие оружия с технологиями на бандитов. Похоже... Что похоже? Ни хрена ты мне даешь пушку. Ого! О. И она будет... Похоже, если ты будешь долго стрелять, в них они умрут. Я уже говорил, что у меня нет лицензии врача. Ого. Давайте так пока что поставим. Не, ну она пушка красивая. Здесь просто без вариантов. Так, ну здесь по деньгам берем. И берем тебя. Мордоплюй, конечно, дурацкое название, но я придумаю что-нибудь получше. 118, 110. Уверен, что придумаю. 18. Ну, почти. Почти, почти, почти. Так, мне одной не хватает. Мне не хватает одной. Прикольно. Хотя, давайте, знаете, что сделаем. Сбегаем на-на-на-на. Опять эти пейпы. Давай. Ух ты! Кто-то и правда купил выпуск? А сейчас новый выпуск. Розыск. Это мы. 5 миллиардов. Правды, и я Хантер Хелквист. У меня сообщение для искателей хранилища. Спасибо вам.
Ваше противостояние Гипериону обеспечило вам уничтожение. В то время как Гиперион уверенно движется к светлому будущему, вы цепляетесь за мрачное прошлое. Ваше упрямство сведет вас в могилу, и мир сразу станет лучше. Получи и сдохни. Так, а что мы хотели сделать? Стоять. Что я хотел? Мне нужен магазин, и хотел продать то, что у нас есть. И погнали, поиграем немного в казино. Бэм, бэм, бэм. У нас с вами есть... Пипец, это пермамутр, да, по идее? Розовая, да. Это очень хорошее качество. Почему мне не давали его, когда я в первый раз проходил вообще игру? Год где-то назад, я, кажется, проходил игру. Ладно. Ну, я тогда проходил за ассасина наполовину. Поехали. 133. У нас есть 6000, потратить можно. Ой, вот это нужно быть осторожным. Она ваншотит. Не купились. Пам-пам-пам-пам. Мод. Снайперка. Не понял. Ой, блин, тут три! Тут их три! А здесь? Ох ты ж, ё-моё, крыса! Я уже обрадовался. Ей сейчас улучшение купим. Ну да, такой ты мне точно можешь дать. Но она ваншотнет, мне кажется, если я типа буду стоять рядом. Может, будем в один только всовывать? Что маленький у нас какой-то. Давай в тебя только. Ридий. Давай, ряди. Не, не вариант. Давайте, короче, в два автомата играть. Это долго, просто в один. Маркус, мне больше всего люблю. Лучший друг. Он мне продать бандитский оружие всего за 3 ряди. Знаешь, 3 ряди это довольно много. Ну что это, нам типа, да, дают предметы, но то есть мы не окупаемся. Мы купили только сейчас только один автомат. Ни один даже не купили. Ну блин, ну почти, ну почти, ну... Эриди, мне нужен один Эриди. Один. Один. Так, ладно. Это мы купили одну. Можно, пожалуй, 100. Один Эридиум. Сколько ты стоишь, доллар? Мне показалось? А, 51. Я подумал, доллар стоит пушка. Да иди ты отсюда! Не беси. О. Ну блин. Она летит долго. Мне кажется, херовая будет. Пушкинцы. Давай, может, джекпот выбьем, а? Одна купили. Ну, здесь мы хотя бы купили 2 автомата. Ага, ага, ага. Я так зашибусь бегать. Не, нужно рюкзак улучшать будет. Блин, вот что мне делать, а, ребят? Мне нужен один Иридиум. Вооружайся!
Всего лишь один эридиум нам нужен для того, чтобы прокачать рюкзак, и мы отправимся дальше в путь. Ну, понятное дело, что в следующей серии, в этой серии мы просто крутим, так сказать, лукбоксы, да? Или локбоксы, как там правильней? Локбоксы. Чисто псих падает, и все, у тебя минус, минус жизнь. Не окупает. Давай, ладно, так. Ладно, давайте вот так. Автомат, автомат. Автомат, автомат. Один, два, три. Значит, тебе нужно. О, автомат, дай мне иридиум. Деньги. Прошу вас, прошу вас, прошу вас, дайте мне то, что я хочу, иридиум. Дерьмо, пушка. Окупился один раз. Иридиум, ну дайте один иридиум, вы надоели. Мне не нужны ваши моды. Иридиум. Ты проклят. Она и мне наносит урон. Ничего себе, вот это нужно знать будет. Ну да, конечно, вишенку ты даешь, но хотя бы ладно, купила мне снайперку. Двойки мне, чертовы, ири! Иридий! О, да. Иридий. А теперь можно еще один иридий? Чтоб я купил два улучшения. Пожалуйста. Я ж добрый. Давайте еще один иридиум. Ну, ребят, у меня теперь их 15, да? Точка. Я бы сейчас джекпот выбил. Охренительный джекпот из трех их. Давай, 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 давай. Джекпот, джекпот. Эридиум. Эридиум. Ну все, у нас остается типа. Эх, остается на один круток. Давай тебя. Ладно, давайте я потрачу на все-таки до одного иридиума. Ёлки-палки. Что делать? А, знаете ли вы какие-то тактики, я не знаю, по этим сраным... Не знаю. Автоматам по казино. Так, ну смотрите, я говорю, мы перестанем играть, когда у нас будет меньше косарей, ну, 10 тысяч. Да? Да. А у нас сейчас сколько? Ну, еще где-то 2000, по идее, так как я продал пушки, я их буду продавать. Да, у нас еще 2000. Вот ты мразь, вот ты мразь. Ай, боже, я второй раз почти выбил джекпот. Дай сюда, дай сюда, дай сюда, дай сюда. Чтоб ты взорвалась. Стоит, это все из-за тебя, ты мне портишь. Обезьяны. У меня уже минус косарь, я просто в минусе, в большом. Дайте мне хотя бы трех хранителей. Я не знаю, что будет, если их три собрать или тебя три собрать. Ну, психи падали, психи падали. Ну да, 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 да. Сколько дробовик стоит? Купились?
А лучше бы деньги падали на самом деле. Сука. Дерьмо дают. Поставили здесь бы автоматы, где можно продавать. Чем вот это мне лететь, хер знает сколько. Все. Хотя можно еще у нас. Мы же там в окупе, да? Дайте мне чертов эридий. Ты надоел. Он третий раз мне портит. Он третий раз мне портит. Третий. Так, я еще ладно, две пушки могу получить и все. Все. И будем заканчивать серию. Давайте, короче, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте. Хотя давайте, ладно, продадим все это дело, закончим. Вы, наверное, уже давно отключились. Прокачиваем рюкзак. Или давайте до максималки будем рюкзак вкачивать. Сколько там? По 2 чеки, да, мы или по 3 освобождаем? По 3. Больше места, больше денег, как говорится, чтобы потом не запылиться. Ну да, в принципе, у нас уже денег нету. Мы все-таки в минус ушли и значительный ушли. А я моды использовал, точно все нормально. Я подумал, что я моды забыл использовать, но это не так. На оставшиеся это еще по 2 раза в каждом. Как же вы надоели. Неужели? Спасибо, 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 спасибо. Дай вам Бог здоровья, дай вам Бог здоровья. Все, отлично. Готово, готово. Можем идти, покупаем, заканчиваем. Нафиг это нужно, проклятый Гиперион, согласен. Уже. Время, деньги, особенно мое. Или рюкзак лучше. И рюкзак лучше. Нет. Следующий будет рюкзак. Так, что у нас по. Что покупаем? Купите 5 предметов на эридий. А у нас сколько сейчас эридиума? 3, я ничего не могу купить. Что по безбашенности? 3 безбашенности, урон от гранат, скорость перезарядки, шанс стихийный, емкость щита, урон в ближнем бою. Емкость щита, шанс времени стихийный урон, так, скорость перезарядки. Дальше урон стихийный, урон в ближнем бою, критический урон, ну, критический урон, конечно. Максимум ближнем меткость, емкость, максимум крит урона, крит урон. Все. Поэтому на этом заканчиваем, ребята. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.